Лайпциг его обокрал. Науменко успевает первым в шайбе. Лайпциг опасно! И счет открыт. Максим Карпов использует передачу Николая Прохоркина. Столивар выходит вперед. Ровно через 6 минут после стартового вбрасывания. Правда, точности передачи Картиканина не хватило. Совсем немного. Юра, классно. И 2-0. Магнитка закрепляет свое преимущество. Как же обидно. Только что шикарнейший момент у финца имели в атаке. Но там не дошла шайба до Гранлунда. И ответная атака получается голевой. Манин пока на льду остается, как игра. Ну, с Куртиканином и разыгрывают уфимцы. Это большинство. Великолепный пас Маркуса Гранлунда. И Сакари Манинин сокращает отставание в счете. Касание не глядя Манин. Сейчас бросил. Ну, даже не бросил он. Просто технично подставил клюшку. В угол площадки добрался Гранлунд. На синюю Науменкову. Манинин. Гранлунд и перевод бросога! Дубль Сакари Манинина и 2-2! Словат сравнивает счет. И снова качельный хоккей, как и на Кубке чемпионов. Финцы активно играет в меньшинстве. Перевод и шайба все-таки в ворот. Голдовин становится ее автором. За 3 секунды до выхода Бирюкова из штрафного бокса Магнит-таки впервые в этом матче забивает в большинстве. Кари, Коростелев и Кошев. Бросок устремый, шайба в воротах. Неужели там Коростелев подставил на пятачке клюшечку? Ну, судя по всему, да, потому что именно его партнеры и поздравляют. Пашнин и мужественно Мещищев этот бросок на себя от Пашнина принимает. Момент у Коробкина и 5-2 сейчас становится.